Привет, я Егор, это интернет-магазин Е96. Сегодня у нас особый гость, это лазерный принтер HP LaserJet P1102 Cicada Base. Компактный, умный, быстрый, настоящий зверь. Но послушный, держать его можно и дома, и в офисе. Он обязательно порадует вас своей черно-белой печатью. А за счет лазерной технологии он делает это быстро, четко и даже экономично. Максимальный формат печати А4. Привычный для нас альбомный лист, но также он поддерживает и другие, более мелкие размеры. У него всего один лоток на 150 листов. Зато печатать он может не только на обычной бумаге, но и на более плотной и грубой. Он печатает на наклейках, на прозрачных пленках, на картоне, на конвертах и даже на открытках. Согласитесь, очень важная вещь в вашем доме или офисе. Этот парень весьма прожорливый. Он способен печатать 18 листов в минуту. Только успевай подкидывай бумагу. Максимально возможная нагрузка – 5000 страниц в месяц. Однако рекомендуется делать не более 1500. И самое главное – не печатайте на нем деньги. Наш зверь потребляет 360 ватт. Однако, как и любой зверь, он должен спать. А в спящем режиме он потребляет 0,9 ватта. Не забудьте приобрести USB-кабель для подключения принтера к компьютеру, потому что гнездо есть, а кабеля в комплектации нет. И поверьте, его легко приручить. Он по-настоящему ласковый и нежный зверь, это чувствуется во всех деталях корпуса. Открой свою маленькую типографию с принтером HP LaserJet P1102 Cicada Base. Покупай арбузы!